Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала 8 Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Immortal Phoenix Rising. Итак, мы с вами в прошлой серии кое-как добрались до вершины горы, сразились с Легероном, узнали, что на самом деле он все ради власти, Тифон его им управляет, обманывает, он типа доверился ему, что Тифон позволит ему убить богов, и тот займет власть. Но это так не будет, его обманут, а он это не верит. Он переместился куда-то уже на гору Тифона, и нам нужно, получается, следовать за ним. Потому что у него есть средство, которое может убить богов. Так, плохо то, что у нас нет больше зелени выносливости. Только грибы есть. А тут карабкаться, так сказать, и карабкаться. Ой, отлично. Хорошо. Еще 160 метров. Давай, 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 давай. Только мы в одной серии наконец закончили подъем. Очередной подъем. Грибы, конечно, можно съесть, но они не особо сильно помогают в этом деле. Давай, 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 давай. Хорошо. Допустим. Куда дальше? Куда дальше так, чтобы можно было отдохнуть? Особо не вижу. Где можно... А, ну, нормально. Отлично. Феникс знала, если она последует за братом в это подземелье, пути назад не будет. Не будет. Это 100%. Ну, придется прыгать туда. Точка невозврата. Вы собираетесь бросить вызов Тифону. Войдя в его логово, вернуться на Золотой остров уже нельзя. Если у вас остались неиспользованные материалы для улучшения, потратьте их прежде, чем продолжить. Позже вы легко сможете вернуться в этот момент с помощью файла автосохранения Тифон. Да, давайте, наверное, сохранимся. И попробуем... А смысл тогда? Какой смысл тогда, если автосохранение Тифона я сохранился? Я ж потом сюда обратно-то не перемещусь. Если была бы точка быстрого перемещения, другой разговор. Я просто бы зелье бы себе сварил бы на выносливость, но... Ну да ладно, поехали, посмотрим, может быть получится, там даже видно будет. Прекрасная Гера, богиня-мать, мудрая Афина... Посейдон земли колебатель, ретивая Артемида, способная попасть из лука в сердце Калибри, лицемеры все. На помощь! Кто-нибудь! На помощь! Вот ваши боги! Слабости погубят их, как это случилось с Ахиллом. Это не твоя вина, ты жертва. Где мой брат? Этот лжец? Зачем мне отдавать ему трон Олимпа? Благодаря тебе тайное стало явно. Где он? На своем месте, обращен в камень. Но тебе еще не поздно одуматься. Ты вернула богам их сущность, убила многих чудовищ, доказала, что достойна. Возможно, ты будешь служить мне. Я не стану убивать богов! Как же... Но этого следовало ожидать. В
тебе ведь тоже течет их кровь. Нет! Довольно! Пора исполнить пророчество! Ты даже не знаешь, что делать со своей силой, невежда! Я же нажал уклонение-то, ну, слышь. Тифон пал от клинка Феникс. Да, молодец, Феникс! Прометей, дай пять! Впрочем, не надо. Мы не создали идеальный мир. Но я не держу зла на тебя. Ведь в тебе нет изъянов. Поэтому я расскажу тебе правду. И с последним вздохом он открыл тайну. Гермес, твой отец. Что? Феникс полубог? Мой отец? Гермес? Желая поговорить с Гермесом и помочь брату, несмотря ни на что, Феникс покинула логово Тифона. Если поспешить, то можно будет увидеть, как с окаменевших спадут чары. Что ж, я проиграл спор. Поздравляю, Прометей. Но тут кое-что не сходится. Пан тоже сын Гермеса. Да. Копыта. У Феникса их нет. Верно. А еще непонятно, для чего Тифону было зелье, убивающее богов. И ты ведь знаешь, что Феникс не увидит, как со смертных спадают чары. Потому что это ты обратил их в камень. Да, мы с тобой спорили об этом. Перед тем, как я пошел кутить Каиду. Картина начинает проясняться. Что ты сделал, Прометей? Ты не хотел слушать, и я вмешался в ход событий. Буря, настигшая Феникс? Не случайность. Мой брат Атлант устроил ее. Стой! Как ты говоришь, вырвался Тифон? О да, ему тоже помог Атлант. А твой рассказ? Он правдив. Все, кроме конца. Я рассказал тебе все это, чтобы отвлечь. Тифон не украл твой дар прорицания. Мой дар при мне и не подводит, не то что твоя память. Я ведь как-то раз говорил тебе, и ты не послушал. Если та нимфа родит от тебя дитя...
Сфетида. Ваше Сфетидой дитя превзойдет тебя. Но Феникс смертная. Она была ранена. Не была. Здесь я солгал. Жар был ужасен, но Феникс шла, не останавливаясь, и погрузила молот Гефеста в самый центр пламени. Смертным не под силу взять этот молот. Вот и все! Феникс станет пеплом! Лишь я могу обуздать молнию! Нет, не может быть! Отец твой не тот, кто с детства тебя взрастил! Старший Фетида плод отца превзойдет. Небесный герой, время вернуться домой. Гермес? Не отец, Феникс. Феникс, моя дочь! Зевс! Людей в камень обратил ты? Отвечай! Да, это был я. Значит, Тифон сказал правду. Зачем? Людей этого железного века я создал сам. Я вдохнул в них жизнь. Но проходили годы, и я видел, как люди бездумно причиняют друг другу боль, видел их жестокость и себелюбие, видел, что все становится хуже. Я решил, что зря дал им жизнь, решил отнять ее. Но теперь вижу, что совершил ошибку. Я судил их за несовершенство. Но я понял, что мои дети, которых ты спасла, тоже несовершенны. Смертные, подобны богам. Если честно, мы... Я даже хуже. Без меня вам всем будет лучше. Да, пришло время исполнить пророчество. Я так тобой горжусь. Пообещай стать хорошим правителем и, что еще важнее, хорошим родителем. Я знаю, что ты несовершенен. Но ты мой отец. И это самое главное. Ты что, не убьешь меня? Что? Ты думал, что так легко отделаешься? Признать свою ошибку – это лишь первый шаг. Знаешь, как говорит Арес, нужно и правда быть лучше. Это где-то 5 или 6 шагов. Я бы сказал, скорее 12. Жизнь не лестница и не марафон! Делай все правильно с первого раза, или пожалеешь. Ну, разумеется, он еще жив. Похоже, я тебя переоценил, дитя. Второй попытки не будет. Тифон, нет! Нет! Удачи, детка! Вот так повороты. Феникс, дочь Зевса. Со мной, дитя. И твой отец и брат отправятся в Тартар навеки. Такого не случалось раньше. Я от Олимпа усовершенствовал меня и моих детей. Феникс, дитя Зевса и Фетиды, ты падешь от руки убийц богов! Логово Тифона. Вот так поворотец. Так, ну я вижу уже как минимум 3 сундука. Но что-то здесь, наверное, очень много будет загадок. Ну, поехали. Так, здоровье, наверное, у меня полное, скорее всего, да? Скорее всего. Кто-нибудь слышит меня? Гермес! Афродита! Кто-нибудь!
Никто тебя не слышит. Ага. То есть, если попадаю я туда... Что-то решили, да? Ага, туда не так попасть надо будет. Надо будет 4 загадки решить. Одну решили. Еще. Осталось 3. Ой-ой-ой, только не падай, пожалуйста. Так, ну здесь сундуков я не вижу, опять-таки. То здесь получается уже у нас все, что было до этого. Но к сундукам не попадаю я ни к одним здесь. То есть я решаю загадки. И все. Ну вперед. Так, вот тут, кстати, будет проблема, потому что ветер дует против меня. Крылья лучше не использовать. А, и что? Ну, в принципе, мне кажется, я могу и так его покатить, нет? А, нет, не могу. Тоже не получается, хорошо. Так, есть загадка решена. Это мы только откроем с вами проход. И его дети стали тоже сильны. Так, ну это-то не сложно. Какие-то прям легкие загадки, даже так прям неожиданно. Что они вдруг стали легкими. Ну, вперед. Лечилок нет. Всего лишь 3 штучки, это очень мало. Это очень мало. Нет, здесь, скорее всего, тоже, наверное, загадки будут, да? А, нет, нифига. Ага, понятно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, откуда ты? Эх, не туда. Куда ты пошел? Ну блин. Выносливости нифига нет. Очень долго копится выносливость.
Класс. А можно как-то мне подлечить свою хпшечку? Я не хочу тратить свой сосудик с лекарством. Давай-ка, наверное, я вернусь. Так, где-то... А, вон, по центру. Надо подлечиться. Не-не-не. Бой был сложный. Но мы с ним справились. Теперь, получается, надо будет решать загадки. Скорее всего, после каждой загадки будет очередной бой. Ну, возможно, сегодня у нас с вами будет финальная с вами серия. Поэтому она будет такая, какая будет. Хотя, если будет слишком длинная, тогда я разделю ее на две. Так, сундук, кстати, вон там. А как я должен был попасть? А, я, в принципе, могу попасть туда-туда. Надо только понять, как это сделать. Ну, хорошо. Давай разбираться. А, вот, кстати, еще лечение. Ой-ой-ой-ой. Так, вот это уже интересный момент. Мне надо докатить. Ага. Понятно. Окей. Сюда ты не двигаешься. Сюда тоже. Подожди, тогда я не понимаю прикола. По логике вещей она двинуться должна была сюда. А, так она и так пройдет, в принципе. Окей. Шар, пойдем. Ну куда ты закатился-то, ну, слышь? А, вон ты. Ладно, отдыхаем. Собраны все загадки, которые у нас до этого всегда были. Ой-о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 й, как так-то? Ну, хорош катиться-то, ну. Так, сундук, 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 ищем сундук. Блин, сундуки все там. Здесь что-то сундука я не вижу ни одного. Так, ну что-то должно появиться здесь. Я как раз, получается, к первому сундуку иду. О, Феникс, ты одна! Прискорбно! Да, вроде как все нормально. Единственное, только, получается, надо переправить как-то каким-то образом ветер. Полезно. А, вот он. Не понял сейчас момента.
Так, мне надо его каким-то образом зажечь. Подожди, а почему я не могу его просто переправить сюда, да и все, и пусть он сюда летит? В чем сложность? Просто ветер постоянно, получается, в одну и ту же сторону летит. Он никак не меняется. Так, не очень понимаю. Давай попробуем еще раз поменять направление ветра. Ну. А-а-а. Ну и куда ты? Залезь, пожалуйста. Черт возьми. Не-не-не. Мне надо его зажечь. Неужели? Так, теперь мне, получается, надо ветер, чтобы туда пошел. Допустим. Чуть давай сюда. Да стой ты на месте, пожалуйста. Окей. Вот уже пошли сложные загадки. Нормально. Так, подожди, теперь надо будет сейчас. Двинуть тебя до конца. Теперь надо как-то... А, шар сначала двинуть туда. Ой-ой-ой, ну ладно. Сойдет и так, в принципе, да? Подожди, это будет только один шар, что ли? Ты издеваешься? Ёшки-матрёшки. Ой.
Блин, ну он может туда не, просто тупо не залететь. Вот в чем сложность. А, нормально. Ну, допустим. Куда ты? Куда? 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 Сюда давай. Да ё-моё, как уж ты тяжёлый, что ли? Спасибо. Это было не очень удобно. О, отлично. Зелье прям самое то. Плюс еще лечение. Хорошо, это мы с вами решили одну, получается, загадку. Ой, класс. Да вот, может это выделить? Ну, в смысле? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! А я тут еще ничего не могу сделать. Все, тут она полетела вниз. Так, ну они... Хорошо. Остался последний, получается, да? Ну, как я и говорил, да, после каждой загадки будет битва. Так, ну давайте, наверное, туда пойдем сначала, да, чтобы уже с той половины закончить полностью. А, еще не все. Странно, что она не дотянулась. Для меня это вообще загадка. Что не так? А, что-то поднимается. Типа после каждой битвы будет проход туда. Хорошо. Так, ну сундуки-то надо 100% поднимать, потому что все-таки там лекарства. Так, ну давай смотреть. Не понял сейчас. А, там лазеры. Я понял, почему. Так, я могу двигать только, получается, либо влево, либо вправо. А, ну правильно, мне сначала надо будет здесь перекрыть. А если я перекрою лазер, то... А, ну все правильно. Он встал. Еще чуть-чуть. И теперь тут двигать. Так, это было легко. Это была легкая загадка. Дальше, скорее всего, будет посложнее. Ну, поехали, давай, я уже встал. Тут уже надо будет опять-таки с направлением ветра играть, да? Ну, в смысле, как ты промазал-то?
Ты не увидишь, как смертные будут жить в моем новом мире! Такс. Во-первых, давай, наверное, пособираю сначала себе сундук. Чё бы нет, да? Да, еще зелье прям хорошо. Надо, получается, как-то здесь. А как я тебя могу двигать? Я же тебя, получается, двигать-то не могу. А-а-а. Я понял, Михалыч. Слезь, пожалуйста. Спасибо. Мы сначала... двигаем тебя немножко сюда. Допустим. А, ну потом теперь получается сюда. Тихо, прыгай. В принципе, теперь мы можем эти два ящика двигать туда. Меняем тогда пока направление. Да, он двигает, получается, сюда. Теперь надо поменять, получается, направление ветра, но если поменять, то там разобьется ящик. Блин, прям проблема проблем. Не, слезь, пожалуйста. Во. Теперь давай сюда. Сначала перекроем лазер, потом меняем направление. А ты уже... А, ты уже не двигаешься, теперь уже все равно. Ну, если так, тогда я просто двигаю до конца, да и все. Отлично. Так, ну и там, получается, еще по одному по сундуку, да? До свидания. Хорош. Да.
Это противные. Хорошо. Без летающих намного проще. Вот серьезно. Намного проще без летающих. Хорошо, пошли решать следующие загадки две. Так, здоровье вроде как у меня полное. Да. Если что, потом можно будет после битвы исцелиться. Унылый Гефест скорее покрасит волосы, чем поможет тебе. О, как я вот эти вот не люблю. Так, меняем направление сразу однозначно. Вопрос. Воу-в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 оу. Все-все-все, мать. Расслабься. Так, и куда? А, все понятно. Хорошо. Так, сундук, 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 сундук. Где сундук? Сундук должен где-то здесь. Ты недоразумение. Хотя могла стать величайшей героиней. Вот тебя забыла спросить. О, а подожди, а там что у нас? Это на время, что ли? А, ну это просто уберет верхнюю позицию. Хорошо, давай тогда меняем направление ветра. Сейчас раз, потом сюда два. Проблема в том, что я не смогу. Ну, тут уже ладно. Тут попробую, конечно, что-то сделать. Но это было опасное приключение. Сундуки. Не, ну я, конечно, сейчас опущу. А, сундук внизу. Так, стой здесь. Отпусти, пожалуйста. Спасибо. Вот так вот. Фух, сундук есть. Мне кажется, нам с вами надо использовать по-любому сейчас... Либо лечение. Ладно, давай. Пока так. 2 и 2. Лечение есть. Дратути. Отлично. Не ожидал? Да, свидулечки. Это было легко. Но, конечно, выносливость я свою потратил. Ну что, осталось, получается, последнее место.
Последняя загадка. Здоровье полное. Мне бы, конечно, бы еще зелье защиты восполнить. Было прям вообще шикарно. Скорее будем гоняться за Афродитой, чем помогать тебе. Так, с этим все понятно, в принципе, получается. Двигать я тебя не могу, да? Так, ну вроде стою прямо. В смысле? Во. А, вон оно как, Михалыч. А, ну давай тогда так. Заново. Заново, но веселей. Не, чуть-чуть сюда. Я тогда не понимаю, что-то тебе надо сделать, блин. Я думал, он будет ломаться. Я тогда не понимаю, серьезно. Мне тогда просто надо будет самому это все делать силой. Пипец, он сломал. Вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Чё за бред? Понятно, там надо будет сжечь. Может, мне просто так сделать, да и все? Ну, просто я не вижу никакой логики в этом. И все. Мне просто единственное, получается, надо как-то перелететь. Но если поменять направление ветра, я, в принципе, перелечу сам. Вот и все. Тоже мне проблему устроили. А вот тут уже проблема, да. Вы, боги, ой, ё-моё. Лишь приближаете гибель мира. Так, тут их получается две. Попробую сейчас таким образом залететь. Давай, 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 давай. Ой, не пролетел. Ну их тут получается два. Черт возьми. Ладно, 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 ладно. Подожди, а ветер только влево, либо вправо? Ну, допустим, с максимальной силой, да? Окей, хорошо.
Ну, он сейчас сам упадет, скорее всего, да. Допустим. Надо максималка и куда-то туда прям. Это мало. Это мало, надо еще. Ну, это вообще ни о чем. Что ж такое-то? Хотя... Ну, там просто непонятно, где будет... Ладно, попробуем свои силы. Может быть, этого хватит. Да, должно хватить, по идее. Минус один. Так, и здесь, получается, лучшим вариантом это будет снизу. Да. Так много проще. Вопрос, как мне переместиться? Может, лучше в ту сторону? Отлично. Фух. Сундук. Где-то должен быть сундук. Так, подожди, это что, не все, что ли? А, сундук там, окей. Ну, в смысле? Ну и падай тогда вниз, от тебя какой толк? Я чуть не понял нифига, почему она так сделала. Может, что-то я не увидел? Направление вроде туда двигается. А чё так я фигово? То ли не попал в направление ветра, то ли непонятно почему. Все. О, отлично, еще зелье защиты. Это прям хорошо. Исцеление. Никто не вспомнит твое имя. Да ёшки-матрёшки, ну как так-то, ну? Ой, два вот этих вот засранца, которых я не люблю. А ты умеешь прыгать? Ну как так-то? А, еще не все. Еще и не все. Окей.
Так, ну я предлагаю сначала подлечиться. Такс. Дальше. А, ну в принципе нормально все. Я поднимаюсь. Ну, готовься, Тифон. Ёшки-матрёшки. Да, понятно все. Готовиться надо мне к неприятным моментам. Так, ну давай искать лечение опять-таки. А, там нет. Там тоже нет. Вон там есть лечение, пойдем. Главное, вне боя выносливость устанавливается просто быстро, моментально. Когда ты дерешься, у тебя выносливость устанавливается очень медленно. Ну просто очень медленно. Так, направление ветра тогда я не меняю. Нет, направление ветра надо как менять. А как его менять? Направляющих я тут не вижу. Я туда просто не долечу тупо. Вон направление ветра есть. Ну давай туда, что ли, тогда. Ну, потому что невозможно будет долететь. Выносливости хватит, так что... Отлично. Так, теперь надо как-то туда, что ли, получается? Хорошо. Так, опять-таки получается туда. Нормально все. Хорошо идем. Так, ну лечиться тут не обязательно. Ну здесь драться с ним это вообще не вариант. Слишком узкое пространство. Знал, что ты придешь ко мне, героиня. О, так мал, так невинен, совсем один. Вообще-то одна. Ну ты уж сегодня выйдешь, нет? Легерон! Феникс, ты, возможно, была права. Ты слишком мягко выразился. Ты пришла спасти отца и сводного брата. Трогательно, но напрасно. Что? Что? Это долгая история, но у твоей мамы была такая... Молчи, узурпатор! Тобой я займусь позже! Дитя Зевса и Фетиды, я решил, что ты погибнешь здесь!
Ты даже не знаешь, что делать со своей силой, невежда! Что сейчас произошло? Нет! Фосфор! Наверное, так тяжело всегда быть в тени брата. Прошу, не надо! Тебе ведь хотелось быть единственным ребенком. Что ж, сегодня твой день. Как там сказал твой брат? Покончим с прошлым? Тост! Я берег это вино для особого случая, но решил, что мне надо бросать пить. Знаешь, лучше обзаведись несколькими клетками. Так-так, этот трус возбросил и был таков. Твой папочка оказался сплошным разочарованием, не правда ли? Эй! Зевс, может, и никчемный, но он наш отец, урод! Вместе вы погибнете! Вот я есть, и вот меня нет! Срочная доставка! Просто поставь подпись! Ой, неужто возврат? Нет, я безупречен, а боги никчемны. Ну бейте его, бей! Эй, Тифон! Пора пустить в ход молот! Жестко было. Ударь его! Приспешники пришли, блин. Сила любви сведет тебя с ума. Сила любви. Вы все шумные мерзкие лентяи. Вам нет дела до планеты. Так где ты, блин? Ну и где ты? Ah!
Ты сегодня появишься или нет? Или ты сегодня в отпуск ушел? Ох ты, класс! Да ты уже появись в конце концов, сколько можно драться-то? Во! Ну как так-то? Отлично! Решение принято! Ты приговорен к смерти, Тифон! Возражения не принимаются! Наводнение! Перенаселение! Войны! Я покончу со всем этим! Да ты издеваешься, что ли? Ну в конце концов! Один на один, давай! Замедленное действие. Тебе конец! Познай мой настоящий гнев! Невежеству не победить! Совершенство! Да ё-моё, опять шутки. Тифон! Да, я не идеален! Но я осознаю проблему! А это первый шаг! Я бы изменил мир к лучшему! Да ёшки-матрёшки! Есть смысл? Не согласна. Да, мы наверняка наделаем ошибок. Но хаос тоже нужен, если мы хотим расти. Может, пощадим его, но лишим свободы? Яд! Я слишком слаб! И яд пожирает меня! Что велит тебе сердце? Думаю, надо пощадить его. Что ж, поспешим отсюда, пока выход не закрылся. Воссияй же ярко среди звезд, Фосфор. Крылья Дедала погибли. Пламя Тифона сожгло их. Я починю. Есть идея получше. Хотя я не сомневаюсь в твоем мастерстве, Гефест. Он что, вежлив со мной?
Это пугает. Дочь. За отвагу на поле боя и доброту вне его. Ах, скука. Гермес, сосредоточься уже, а? Не горячись, Афина. Сейчас ты разгорячишься, как на костре. За то, что показала мне, я могу быть лучшим отцом вам всем. Я люблю погорячее. Иди ко мне, Арес. Хо-хо-хо! Твоя страсть опаляет меня! Я что, невидимка? Вторые роли — это не твое, Гефест. Ну все, хватит! Разводимся! Заткнитесь все! Как я могу извиняться, если мне так и хочется сбросить с Олимпа вас всех до единого? Опять! Добро пожаловать в семью, Феникс. Надеюсь, я не пожалею. О! Ух ты! Как красиво! О, боги! Фосфор! Я думала, ты погиб! Погиб! Но теперь он всякий раз будет оживать. Я создал для тебя новое существо. Эта волшебная птица пылает жаром самого солнца и никогда не сдается. Птица Феникс! А, что сказать? Я не заслужила. Заслужила, сестра. Бери. Ладно, беру. О, и последний подарок. Кого-то нет. Где Легерон? Кто-нибудь видел? Феникс. Может, дрожит от страха где-нибудь? Или вообще уже мертва? О, боги! Скажи, ты уверена в этом решении? Бу! О, да. Вполне. Идем, дитя. И я покажу тебе все. Эй, постой! Думаешь, можно мне дать крылья? Феникса? Вернуть жизнь обращенным в камень? И я просто так забуду обо всем, что ты сделал со мной? Со своими детьми? С Афродитой? Со всеми? А что, нет? Эй, я шучу. Я брошу пить. Я вступлю в группу поддержки, почитаю манускрипты о том, как быть отцом, а Ид свидетель. Ладно. Посмотрим, что из всего этого получится. Но я слежу за тобой, папа. Я тоже тебя люблю, Феникс. Меня кто-нибудь слышит? Зевс! Феникс! Кто-нибудь? Мы тебя слышим. Нам тебя прекрасно слышно. Эй! Помогите кто-нибудь! Кто-нибудь! На помощь! Смертный! Я здесь! Я? Да, у меня есть ключ. О, слава богам! Давай же! Да, но... Зевс велел сперва рассказать тебе кое-что. Что? Что рассказать? История Феникс будет мне искуплением. Все началось в море. Нет! Это хуже, чем орел! Проклятый Зевс! Ну, отлично. Поздравляем, вы завершили основную историю Immortal Phoenix Rising, теперь вы можете продолжить приключения. Используется сохранение Тифон, чтобы продолжить приключения на Златом Острове до победы над Тифоном. И мы таким образом с вами можем начать новую игру плюс. Ну что ж, отличная игра. Мне очень понравилось это приключение. Такая яркая, насыщенная игра. Юмор есть, сюжет есть, приключения есть. Я не играл
приключения Линка, потому что у меня нету этой приставки Nintendo. Но у тех, кстати, у кого нет ее, то могут спокойно в эту игру погрузиться, и будет то же самое примерно. Просто у Линка там юмора нет, там в основном все серьезно, а здесь шутки, юмор, все просто прекрасно. Ну, даже придраться не к чему. Отличная игра, отлично, мне очень понравилось. Так что, ребята, пишите свое мнение в комментариях. Ну а на сегодня все. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. И увидимся в следующих играх. Всем удачи, всем пока.